7 часов тебе точно розбужу. 338 голосів для вирішального розвитку коаліції немає. Але є ще варіант довести, що президент хворий і звільнити його за станом здоров'я. У Конституції про це є. А Юля Штура завтра научить, завтра в суботу робоча. У Верховній Раді тепер щодня згадують президента. Його указ про розпуск парламенту критикували усі комунарі. Тепер депутатів нова тема – президентський імпічмент. Та Юла. Про відповідну постанову. Наші аргументи – суверенітет України, Конституція України, національні інтереси України і народ України в небезпеці. Рішення про початок імпічменту – це перший і найлегший крок до відставки президента. Цей етап білоблакитні пройдуть успішно. Вони мають потрібних 226 голосів. Далі в Раді створять комісію, функцію якої з'ясувати часто. 50 тисяч людей правоохоронних органів, вони там. Надо подков уберите. Бабушка была ихня, вот Гера сначала Чуприна, это прабабушка, чемпионка Луганской области 3 года подряд. Потом Кобеля Вагна была 2 или 3 года чемпионка Луганской области. А мы взяли щенку, так, для охотились и охотились, потом начали вот это поджимать, вывезли. Гала говорит, что вы, надо, значит, вот такие дела. Мамаши не брались? Да сказали, нет. Взяли. Не, а что ты не сказал, что маму привезли? Да ну я думал, что. Я говорю, щенку привезли. Алику папашу мамашу. Папашу взяли. Там папаша вообще красавец. Отличный экстерьер у папы. Ну, ты ли говоришь, а мама очень хорошая, да? Мама очень хорошая, у папы отлично. А очень хорошая из-за чего? Очень хорошая. Ну, младшая возрастная группа была. А, ей, короче. Хорошо. Понятно. Что выше не имели права дать. Да. До 1.5 года ей было. Ей сейчас 2 года. Вот это первая вязка. Да нормально там она не будет. Что? Ты же не болтал, что она была. С холодильника не болтана, она не вспенится никогда. Хорошая? Пока можно, блин. Лет через 5 уже нельзя будет. Потом ждать. Хочет делать больше запрещать.